you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на моем сервере Relax Roleplay. И сегодня я буду покупать себе дом, необычный дом, какой я уже очень давно хотел. В принципе, и я решил его сегодня купить. Кстати, сразу вам скажу, для вас очень важная информация. Сделайте скрины всего своего имущества, потому что будет вайп, потому что будет новый мод. И я бы хотел, конечно, чтобы, так сказать, вайпа не было, но будет новый мод, как бы, и базу данных никак не перекинет туда. Поэтому сделайте скриншоты, и перед вайпом мы вас предупредим, чтобы вы слили свои дома, там, бизнесы, ввоз и так далее. Ну, а мы погнали, давайте создам я машинку или мотоцикл. Давайте мотоцикл создам уже. Давайте вот так вот. И поедем, купим себе дом. Я давно хотел себе этот дом купить. Поэтому сейчас сюда, хотя куда быстрее поехать. Сейчас развернемся, нам в другую сторону надо просто ехать. Поэтому поедем в другую сторону. Заходите, кстати, на сервак, играйте пока что. Новый мод будет где-то 25-26 числа, где-то будет новый мод. Поэтому вы пока что можете спокойно играть. Не переживать, даже если вайп будет, если вы сделаете скрины, то вам все вернут. Я буду лично все возвращать. Поэтому можете не переживать. И заходите играть спокойно. Как бы я здесь тоже играю теперь часто. У меня появилось время, и я теперь частенечко играю. Так что вы тоже заходите. Буду стримы пытаться делать, стараться. Просто на серии есть время делать, конечно же, и играть. Но на стримы особо времени нету. Поэтому ставьте лайки обязательно. И кто не подписан на канал, подписывайтесь. Подписывайтесь на группу сервера. Там будут выходить самые свежие новости. Поэтому все ссылочки есть в описании. Ну, возможно, уже кто-то догадался, какой это будет дом. По скриншоту, я думал, по превью вы догадались уже. Все же. Я давно этот дом хотел. Не знаю, чем меня завлек. Просто, наверное, своей необычностью, своей уникальностью мне этот дом понравился. Сейчас мы едем туда. Если бы я мог тпкнуться, конечно, мой скин рыжика, это что-то, нечто крутое, да? Вообще круто, крутяцки. Сейчас доедем по бырику. Нам, в принципе, немного там осталось ехать. Надо будет еще мне, я не помню, машина есть или нету. Если нету, то нужно будет купить какую-то тачку, надо будет обязательно взять. Обязательно. Я уже почти поехал, конечно, лайна нету, блин. Сейчас сколько? Почти 10 утра. А лайна нету, конечно, печально. Но думаю, с новым модом онлайн вернется, я на это надеюсь. Новый мод будет довольно-таки хороший. Если хотите, чтобы я снял про новый мод, давайте под этим роликом наберем 100 лайков. И я сниму про новый мод, покажу вам, что там уже сделано, что будет делаться и так далее. Вот этот дом. Воу-воу-воу, полегче. Сейчас поставим сюда. Мотоцикл сейчас я уберу. В принципе, он не нужен, делал вэх. Так, куда мне поставить, чтобы моя машина парковалась? Вот в чем вопрос. Я думаю, вот здесь. Так, пишем ADD, дом, ТПЦ. Я думаю, здесь будет нормально, в принципе, я выйду как-нибудь. Хоп, так. И теперь прописываем ТПЦ еще раз, чтобы создать дом. Так, ТПЦ. И третий класс, высокий. И купить. Машина у меня. А у меня есть машина, кстати. Это Торех. Торежичек. Кстати, с моими номерами именными. Вообще четко. Ну, интерьер здесь какой? Ну, обычный, в принципе. Обычный интерьер. Это высокий класс дома. Капец. Конечно, не очень на высокий класс махают. Нормально, пойдет.
Мне нравится. Тем более в таком месте. Это нормально. Но сам дом этот просто уникальный для меня. Мне он очень нравится по душе. Есть пристань вот такая маленькая. Все очень даже красивенько, четенько. Водичка, все дела. На Туареге здесь как раз выезжать можно будет. Туарег тоже прикольно выглядит. Можно спокойно себе проехать, выехать везде на Туареге. Давайте пробуем выехать. Аккуратно. Видите, здесь дорога хреново очень доделана, но... Вон драхтрасса, кстати. Чё мне завод? У меня бензин закончился. Ладно. Set fuel. 100. Все, завелись. Бензин появился. Драхтрасса. Вот у нас есть же. Кстати, надо будет гонки провести здесь. По драхтрассе. Ой-ой-ой-ой-ой. Аккуратно. Аккуратненько. Ну четко чё. Драхтрасса у нас, конечно, четкая. Это ничего не сказать. Драхтрасса у нас замечательная. Очень нравится, прям очень нравится. Прям кайфую просто от нее. И всем советую заходить, пробовать. Здесь парковка, можно сходки делать. Боксы вот такие вот, где вы можете перпечить машину. Все четко. Все очень четко. Все качественно, все круто. Так что можете заходить, играть. Сервис, кстати, без бонуса, если что, кто-то писал, типа, Noob RP и так далее. Сервис без бонуса, Noob RP здесь никакого нету, как бы. Давайте развернемся на моем Туареге. Туарег, кстати, классный, блин. Мне нравится. Красивый. Красивый сам по себе. Ну ладно, в принципе, на этом будем заканчивать. Такая была недлинная серия. Купил дом себе. Очень даже классный. Вон как он виднеется круто. Уникальный такой домик. Ну, на этом у меня все. Всем пока-пока. Заходите на сервер. Играйте. Развивайтесь. Подписывайтесь на группу. Подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить колокольчик. И поддерживайте проект. И все у нас будет хорошо. Всем пока-пока. South side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.